Инспектирование городских улиц на двухколесном транспорте. Исполняющий обязанности главы городского округа Люберцы Владимир Волков совершил велообъезд. По ходу движения он пообщался с жителями и дал своим коллегам ряд поручений. Тему продолжит наш корреспондент. На этот раз в фокусе внимания представителей администрации северная сторона Люберец. Старт на улице Побратимов. Первое, что бросается в глаза, неухоженная территория вокруг 21-й школы. Исполняющий обязанности главы Владимир Волков дает поручение привести ее в порядок до 1 сентября. Кто порядок-то будет наводить? Давайте сразу определим. Далее по маршруту улицы Попова, Урицкого, Коммунистической и Воинов-интернационалистов. Участники велообъезда останавливаются у торговых точек, детских площадок и местах для сбора мусора. Отдельная тема – организация дорожного движения по Комсомольскому проспекту. Самое основное, наверное, событие, для значимое для автомобилистов, которые пересекают мост и выезжают на Комсомольский проспект, это два съезда, которые в ближайшее время начнут свое обустройство. Дорожные службы и подрядчики выйдут для того, чтобы сделать съезд с моста и в том числе заезд, когда выезжают на мост с двух сторон. Эту работу планируют завершить к середине сентября. Также во время велообъезда Владимир Волков дал поручение навести порядок на придомовых территориях на Инициативной улице и решить вопросы с несанкционированной торговлей. До конца месяца будут дополнительно обследованы территории вокруг всех учреждений образования. Луиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.